Спектакль о боли и насилии. В Театре нации прошла премьера «Заводного апельсина». Режиссер Филипп Григорьян не пытался следовать сюжету культового произведения британского писателя Энтони Бёрджесса, и он даже не воспользовался услугами специалиста, а просто запустил для перевода текст на английском в интернет. На зрителя спектакль производит, прямо скажем, сильное впечатление. Для рубрики «Культурный шок» механизмы «Заводного апельсина» разгадывала наш корреспондент Екатерина Рогальская. Меня обманули. Вы не настоящие мои мама и папа. Когда в зале гаснет свет и начинает звучать этот механический голос, становится по-настоящему жутко. В таком виде перед публикой предстает Алекс, главный герой спектакля. По своей сути он – воплощение чистого зла и насилия. Давно сцена Театра наций не видела таких героев. Время диктует, видимо, какой-то очень напряженный и очень нервный тон, да, от того, что происходит. Ведь художник, он собирает, знаете, как антенна, собирает все, что происходит вокруг. Филипп Григорьян говорит скорее об ответственности любого художника за то, что за свое произведение. Роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» появился на книжных полках 50 лет назад. Частично он основан на реальной истории. Первую жену писателя изнасиловали четверо дезертиров. Это преступление она не могла забыть долгие годы и в конце концов спилась. Бёрджесс начал писать роман после того, как узнал свой диагноз – опухоль мозга. Врачи давали ему не больше года. Но работа над произведением буквально продлила ему жизнь. Бёрджесс прожил еще 30 лет. Он победил болезнь, но выпустил на свет настоящего монстра. В 1971 году «Заводной апельсин» экранизировал режиссер Стэнли Кубрик. Фильм шокировал. Даже сам писатель хотел уйти с премьерного показа. «Заводной апельсин» — это история подростка по имени Алекс. Он руководит бандой, которая занимается грабежом и насилием. Но для режиссера спектакля Филиппа Григорьяна образ Алекса, каким бы страшным он ни был, отходит на второй план. С его помощью Григорьян лишь пытается получше узнать самого автора романа. Это не спектакль по роману совсем. Это спектакль, который сделан как... Это скорее о разговоре с романом. Там есть рождение героя, есть смерть героя. И там, мне кажется, что мы нашли вот этот момент, как бы, когда этот герой погибает в романе. Погибает именно как произведение искусства. Внутренние механизмы «Заводного апельсина» непросты. У Бёрджесса герои романа разговаривают на вымышленном наречии «нацад». Это смесь английского языка, сленга, искаженных русских слов. Создатели спектакля пошли еще дальше. Чтобы передать ершистость авторского языка, они прогнали 600 страниц романа через электронный переводчик. Заказанная фея с красными губами улыбается. И вот она в конце 30-х вдруг со взрывом поет, как будто бы она была, давая пример того, когда мы смотрели на нее, и это было похоже на стоять мгновение. Информативные нагрузки этот текст в себе так или иначе содержит и несет. И, по-моему, нет никакого диссонанса во взаимоотношениях со зрительным залом и сценой в плане, так сказать, понимания того, о чем говорится. К языку героев привыкаешь уже после первой сцены, а вот язык режиссера гораздо сложнее. Филипп Григорьян соединяет век нынешний и век минувший через насилие и боль. А как с этим жить дальше, решает сам зритель. Oh, good night, sweetheart, good night. Екатерина Рогальская, Денис Алиевский. Специально для Культуризма.